Тренировка была очень короткая, я так понимаю, буквально там час, чуть меньше. Что успела команда сделать за это время? Вообще, что реально успеть за это время? Все, что запланировано было тренером, все сделали, все по плану. А уже в привычном режиме работаем, поэтому ничего нового. За 2 дня до игры нагрузки уменьшает тренер и готовимся к игре. Мы игрок Краснодара, играем в Краснодаре против португальцев. Есть какое-то психологическое давление или наоборот, эмоций больше и игра будет ярче, лучше? Нет, никаких эмоций нету, просто предоставится шанс, хочется сыграть, не больше. Сергей Галицкий как провожал? Что-то специально говорил, потому что вроде рядом вообще нет. Пожелал удачи и все после игры с ЦСКА, сказал, что все игроки, которые отправляются в сборную, желаю удачи, вернуться без травм. Насколько важен результат этого матча, несмотря на то, что он товарищеский? Я думаю, победа важна в любом случае, потому что эмоциональный фон для команды сейчас очень хороший, надо продолжать побеждать.